Накануне волонтеры акции «Мы вместе» прошли тестирование на коронавирус. Анализы на COVID-19 сдал 191 доброволец. У всех волонтеров исследование показало отрицательный результат. Всего на Ямале в акции «Мы вместе» участвуют более 800 волонтеров. Это те добровольцы, которые активно участвуют в акции, являются выездными волонтерами и контактируют, так скажем, с населением, оказывают помощь маломобильным и пожилым людям в период пандемии. И как раз от их здоровья, скажем так, зависит здоровая помощь населению, потому что здоровье волонтера – это как раз, наверное, залог здоровой заявки. В течение недели исследования прошли волонтеры Салехарда, Надыма, Ноябрьска, Ноу-Уренгоя, Приуральского района и Губкинского. Всего тестирование проведено в 12 штабах акции «Мы вместе», сообщает пресс-служба губернатора.